Кока-кола была. Плата проезда у водителя. Уважаемые пассажиры, единственным документом, дающим право бесплатного проезда льготным категориям граждан, является единая городская карта Севастополя. Оплатить проезд можно у водителя или кондуктора, а также самостоятельно приложив карту к терминалу, установленному на средней или задней площадке. Факт оплаты будет зафиксирован в электронном виде, что дает право контролеру убедиться в факте оплаты проезда. Пожалуйста, не забывайте своевременно оплачивать свой проезд. Оплата проезда осуществляется при входе. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – компания «Строитель». Остановка «Студенческий городок». Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Меньшикова. Приобретайте билеты у водителя.
Улица Меньшикова.